очень много жилья построено, около полмиллиона квадратов до Экспо и полмиллиона после Экспо. Вот, но эти дома все тоже будут по принципам устойчивого развития, по всем зеленым технологиям, и они будут энергоэффективны, то есть счета за коммунальные услуги будут минимальны для тех, кто будет жить, а качество строительства будет по всем международным стандартам. То есть это будет, я считаю, наверное, одно из самых качественных видов жилья в Астане. Вот, и поэтому я думаю, это будет очень комфортный город для, городок для жития. Там будут и отели на территории участка, там будут и фитнес-центры, там будут магазины, там будут школы, одна школа до, одна школа после Экспо. То есть городок будет очень-очень, и детские сады тоже будут. Поэтому городок будет очень уникальный, комфортный, я думаю, для многих астанчан, кто еще не приобрел жилье, наверное, будет интересно там пожить и купить квартиры.